На живописных просторах бескрайней степи нашего родного края раскинулся город Селидово. Интенсивно развиваться он начал еще в начале прошлого века. Из маленького села на берегах реки Селидово превратилось в замечательный шахтерский город. Во второй половине 20 века здесь были введены в строй новые промышленные предприятия – хлебозавод, завод строительных конструкций и многие другие. Со временем появились девятиэтажные застройки, скверы, парки и памятники. В центре города Селидово на реке Соленой стоит памятник запорожским казакам, скульптора Павла Гевике. Историк Дмитрий Яворницкий в своих работах отмечал, что запорожцы были очень талантливыми людьми. Играли на кобзах, лирах, скрипках, басах, цимбалах, флейтах. Почти все умели играть на гуслях. Но профессиональными музыкантами в них были кобзари. Именно кобзари или лирники и несли в народ славу казацкую. Запорожцы, продвигаясь вглубь дикого поля, осваивая его восточные территории, преследовали две цели в основном. Это разведка новых земель, незаселенных, и приобщение их к запорожским, а также проложить новые короткие пути попадания запорожских казаков через Азовское море в Черное. Вот эта местность казакам очень понравилась. Небольшие речки, вот, большие глубокие балки, урочища, рыбы много, птицы, дичи всякой. И они с удовольствием здесь оселялись и жили. Много красивых легенд можно услышать об основателе современного города Селидово. По одной из версий, которая дала название этой речке и населенному пункту, казак Селид, который ехал на трех возах, вот, поломался через переправу, переезжая через речку, начал ремонтировать и эти свои вазы, которые поломались. Вот. И ему местность эта очень понравилась. Так можемо и тут залишитись. А чего? Дичина летает. И рыба в речке есть. Фу! Существуют также и другие версии. Вот. А суженой, которая проводила на войну своего любимого казака и всю жизнь прождала его, и он не вернулся с войны. И тоскуя и плача за ним, она сидела на берегу этой речки, плакала. И слезы ее, капая, сделали эту речку соленой. Согласно третьей версии, отряд казаков вез соль на лодках, и одна из лодок опрокинулась в реку. Вода в реке стала соленой, отсюда и название «солененькая». Четвертая версия связана с землемером, который якобы требовал благодарности от жителей села, и те отблагодарили его салом. Обидевшись на селян, он дал название селу – Салодавка. Впоследствии изменения некоторых звуков оно стало звучать как Селидовка. Кроме запорожцев в этих местах начали селиться и переселенцы в результате русско-турецкой войны. Вот. Сюда были переселены волохи, молдаване, которые затем были переселены по Бахматскому уезду в другие населенные пункты. А сюда на постоянное место жительства были подселены казаки с Миргородского полка, которые не были включены в реестр. А также переселялись крестьяне с других губерний – Черниговской, Полтавской, Харьковской губернии. По данным, до 1800 года Селидовка уже имела около 1000 человек населения. Всем переселенцам давалось в пользование земля в количестве 30 десятин. Земля эта не облагалась налогом, и в течение 10-15 лет люди могли свободно работать на земле, не плача никакие налоги. Типичным жилищем для украинцев нашего края того времени была двух- или трехкомнатная хата, которая состояла из жилого помещения, неотапливаемых сеней и кладовой. Весь дом объединяла одна крыша. Сейчас мы находимся в комнате, где мы попытались воспроизвести хату, внутри хаты, чтобы дети знали, чем жил наши селидовчане до революции. То есть это быт дореволюционного крестьянства. Хаты были мазанками. В хатах обязательно присутствовала печь, которую девушки расписывали. И в основном они поддерживали такую чистоту, где хранились и кувшины, и глечики разные, в которых они хранили воду, компоты, молоко. Также вы видите здесь быт, посуду. И в каждой хате, естественно, находились мысники. Это называется мысник, где хранилась посуда, ложки, тарелки. Также вы видите здесь у нас самые первые утюги. Это рубель и качалка. Потом, чтобы облегчить немножко труд женщинам, мужчины сделали вот такие утюги, которые они угольные. Жар насыпался в утюг, они вот таким вот движением разгорались, дно накалялось и женщины гладили. Но это было тоже не очень удобно, потому что из отверстий выпадал жар, ткани портились или вымазывались. Также вы видите здесь маслобойку, в которую наливались сливки или сметана, крутилась ручка и сбивалось сливочное масло. Здесь у нас в музее находится много рушников, которые тоже что-то обозначают. Есть рушники будничные, весельные, свадебные, погребальные. То есть это женщины все вышивали, ткали, сначала ткали ткани, вышивали, то есть занимались бытом. По распоряжению Бахмутской канцелярии в 1782 году при овраге Полиевском принято решение образовать воинскую слободу Селидово. В документах того времени слобода Селидовка упоминается как многолюдная, с населением довольно зажиточным. Первые государственные слободы в нашем краю появились как раз на берегах Волчьей, село Алексеевка, село Андреевка, и ее притоках Соленой, Селидовка. Шло время, и количество жителей в слободе выросло. По данным 1797 года, в слободе проживало 510 мужчин и 417 женщин. В основном это были украинцы. Выходцем деревни Кураховка Селидовского района был Алексей Мерцалов, который впоследствии в 1896 году сделал пальму Мерцалова, которая известна на весь мир. Она заняла гран-при на конкурсе в Париже и также заняла первое место по своей уникальности на конкурсе в Нижнем Новгороде. Местными органами сельского управления был сельский сход, который выбирал старосту, писаря и другие административные органы. В 1911 году волостным старшиной был Тарас Старик, волостной писарь Михаил Нечосов, земский страховой агент по второму участку Исай Петрович Кабаков, настоятель Николаевской церкви в 1917 году, священник отец Николай Глагольевский и отец Федор Судоплатов. Волостное правление в селе Селидовка возникла в конце 18 столетия. Вот одним из инициаторов волостного правления волостной писарь Глушичев и староста Попета, а также Рыбальченко, Боровко и Рева ходатайствовали о постройке в селе Селидовка нового храма Николая Чудотворца и также нового церковного прихода. Мы находимся на месте, там, где раньше была построена церковь. Но перед этим было освящено место. 13 мая протоиереем Раевским было освящено место, вот, где впоследствии была возведена церковь. Церковь была возведена в 1799 году, в начале марта. И прихожане уже стали посещать эту церковь. Просуществовала церковь до конца 30-х годов. Потом, в период борьбы с атеизмом, как и все села района, Селидовскую церковь такая же постигла участь, ее разрушили где-то в 26-28 году. Вот. И прихожане уже города Селидова восстановили здесь крест для того, чтобы возобновить строительство нового храма. Было время, когда камни разбрасывали, но пришло время, когда камни нужно собирать. До 1914 года в Селидовке уже было 3 школы. Двухклассная смешанная земская школа, 3 одноклассных земских училища, одноклассная церковно-приходская мужская школа. В этих школах обучалось приблизительно 120-160 учеников. В селе работала аптека. В 1917 году аптекарским помощником здесь был Шимон Нахманович Гельфанд. Работала больница. В амбулатории вели прием врачи, фельдшер и акушерка. Лечение было платным. Функционировало и почтовое отделение. В селе ежегодно проводились 3 ярмарки – Воскресенская, Пятницкая, Воздвиженская и еженедельные базары. Как крупное село, Селидовка делилась на 4 сельских общества – Лозоватское, Каменно-Лисичанское, Кучуринское и Селидовское. Еще до 50-х годов 19-го столетия в близлежащих селах были открыты залежи каменного угля. В 1884 году, после открытия Екатерининской железной дороги, разработки каменного угля становятся интенсивными, и к 20-му столетию работало уже много угольных копий. В селе Селидовка было 3 угольных копий. Ближе к 1920 году на территории села Селидовки было 3 копальни, которые потом в последующие годы стала развиваться шахта Короченко, шахта Кураховска на территории Селидовского района и шахта Украина, которая впоследствии дала селу Лесовка именно название Украинск, город Украинск, который подчинялся Селидовскому району. Усиленная колонизация земель на берегах рек Волчьей и Соленой привела к появлению новых населенных пунктов по соседству с Селидовкой. Алексеевка, Галициновка, Кураховка, Пустынка, Солнцево, Роя и другие. В 1923 году Селидовка становится центром 2 властей. На территории района было образовано 5 железнодорожных станций и 3 рудника. В селе работал кирпичный завод, небольшой каменноугольный рудник, глиняное производство, 1 паровая мельница, 2 ветряные мельницы, несколько кузнец и столярная мастерская. Очень надеемся, что наши потомки, пересматривая кадр за кадром этой исторически художественной хроники, лучше узнают историю родного края и сохранят память о тех, кто ее творил.